Значительное улучшение качества связи и мобильного интернета в городе Волжском. Именно такие цели ставит компания «Билайн». За 2014 год технические специалисты компании «Билайн» подключили более 90% базовых станций к новой технологии передачи данных, которая позволяет вдвое увеличить среднюю скорость мобильного интернета. Уже более 12 лет компания «Билайн» предоставляет весь спектр услуг связи жителям Волжского. Чтобы обеспечить стабильной связью целый город, необходимы сотни базовых станций, тысячи километров оптоволокна и, конечно, работа высококвалифицированных технических специалистов. Большая часть жителей Волжского является нашими абонентами. Эта абонентская база растет, соответственно, растет нагрузка на базовые станции. Поэтому мы регулярно проводим модернизацию. В этом году мы значительно модернизировали нашу сеть. Фактически в два раза увеличили пропускную способность мобильного интернета, используя новые технологии. Особое внимание компания «Билайн» уделяет районам частного сектора. Благодаря высокоскоростному мобильному интернету клиенты полноценно используют все возможности глобальной сети. В местах большого скопления людей расположены базовые станции, благодаря которым посетители могут комфортно использовать мобильный интернет. Благодаря ответственному отношению у «Билайна» лидирующие позиции на рынке связи. В знак признательности жителям города компания «Билайн» произвела реконструкцию фасада девятиэтажки по улице Александрова. Сегодня мы обсуждали с вами как раз активную позицию, жизненную позицию компании «Билайн». И вот мы видим изменение облика города. Фонтан поучаствовали, торцы зданий. Я благодарен как раз компании «Билайн» и руководитель Дмитрий Николаевич и руководство в Москве заняли такую активную жизненную позицию. Убрать где-то грязь, где-то, может быть, скажем так, безликость. Это здорово. Особое внимание «Билайн» уделяет благоустройству города. Так, первая велопарковка «Билайн» появилась напротив парка «Гидростроитель». А весной в планах компании установка парковок в других популярных местах среди велосипедистов. Я рад, что у нас появилась уникальная возможность выразить свое отношение к городу Волжскому, который для меня, кстати, является тоже родным городом. Мы поддерживаем жителей, ведущих здоровый образ жизни. И надеюсь, что все вот эти наши начинания вместе с нашими абонентами позволят нам еще лучше сделать нашу жизнь в городе Волжском. Екатерина Караваева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».